Здравствуйте, с вами канал «Современные родители». Сегодня расскажу про фен-щетку Remington AS8606. Лучшие цены и актуальное наличие вы узнаете, если перейдете по ссылкам в описании. Там же в комментариях можете поделиться своим мнением. Не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик и поставить лайк. Многофункциональный фен, с помощью которого можно высушить локоны, сделать мелкие завитки и романтичные волны, придать шевелюре объем, выпрямить пряди и зафиксировать укладку, используя режим холодного обдува. Вращающийся воздушный стайлер Curl & Straight Confidence включает ряд насадок, которые разработаны для легкой завивки или выпрямления волос во время сушки. В комплекте концентратор для сушки, вращающиеся щипцы, термощетка с мягкой щетиной и плоская щетка. Благодаря этому вы можете с уверенностью создавать свободные локоны, объемную укладку и прямые гладкие волосы с меньшим пушением волос. С выбором насадки для любого стиля никогда не было проще создать укладку, которая заставляет чувствовать себя уверенно. Создавайте красивые свободные локоны, используя 30-мм щипцы, или добавьте форму и объем с 30-мм термощеткой с мягкой щетиной. Если вы предпочитаете гладкий и прямой стиль, используйте насадку-плоскую щетку, которая добавит гладкости волосам с меньшим пушением. Укладка волос стала простой с вращающимся воздушным стайлером. При нажатии кнопки стайлер автоматически закрутит волосы вокруг щипцов или термощетки. И так как он предназначен для вращения в любом направлении, вы можете добиться симметричного стиля с обеих сторон головы, не меняя аксессуар. Сушите и укладывайте волосы с помощью одного прибора для укладки. Концентратор для сушки позволяет вам высушить большую часть волос, чтобы они были подготовлены для создания вашего стиля с другими насадками. Мощность 800 Вт означает, что вы всегда можете наслаждаться отличной производительностью и профессиональными результатами. Для эффективного его применения в устройстве предусмотрены две разные скорости вращения. Для защиты волос используется технология ионизации. Она значительно снижает вредное воздействие горячего воздуха на волосы. Кроме того, у стайлера предусмотрены два температурных режима – горячего и холодного воздуха. Дополнительно в комплекте есть термостойкая сумка для хранения и транспортировки фена-щетки. Из отзывов я выделила основные особенности этой модели и сейчас поделюсь ими. Сначала отрицательные. Насадки очень плохо держатся. Слишком быстрое вращение. Слишком сильный нагрев. Долго сушит волосы. После первого же использования насадка расплавилась. Теперь перейдем к положительным. Вещь просто бомбическая. Множество насадок. Мощность ионное кондиционирование. Несколько температурных режимов. Турмалиновое покрытие насадок. Пользуюсь щипцами для локонов, крутит хорошо. Удобная, легка в использовании. Не обжигает волосы. В комплекте жесткий кейс для хранения комплекта. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Обсудить модель и поделиться впечатлениями можно в комментариях. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, и ставьте лайк. До скорой встречи на канале «Современные родители».